Всем привет, меня зовут Александр Иванов, я педагог студии танцев Model 357, и сегодня я вам покажу несколько базовых движений в стилях танца Shuffle Dance и Cutting Shapes. Ну, если вы не знаете, что такое Cutting Shapes, просто считайте Shuffle Dance, и все будет good. Ну что, поехали. Первый элемент у нас Running Man, он подается с разными закусками и с разными соусами, но в данном случае мы ее разберем его именно на пятку. Все очень просто. Повторяем за мной, позиция точно такая же, как у меня. Задача: правая нога у вас прямая, левая тоже прямая, но левая на пятку. Все, что вам нужно сделать, поднять правую ногу вверх, а левая, чтобы подъехала к вам. И то же самое нужно сделать несколько раз, чтобы ваше тело это запомнило. Вы повторяете это до тех пор, пока тело не привыкает. Вернулись. Подняли, вернулись. Подняли, вернулись. Самая главная задача – следите за тем, чтобы ваша правая нога не сгибалась просто в области колена без его подъема, потому что это будет некрасиво. Ваша задача – поднимать бедро вместе с пяткой, вместе с поджимом. То есть, вот именно. Ой, простите, чуть не упал. Вот именно такая задача у вас должна быть. Вот такое положение и вот такая фиксация. Окей, мы с вами идем дальше. Подняли ногу. Все, что вам нужно сделать, правую ногу поставить на пятку вперед, а левую ногу немного оттолкнуть назад. То же самое вы делаете несколько раз. Отодвигайте. Возвращайтесь. Отодвигайте. Возвращайтесь. Отодвигайте. Самое главное, следите, пожалуйста, за тем, чтобы ваша левая нога или правая, в зависимости от того, которая сзади, была прямой. Ну что же, теперь нам нужно эти два движения соединить. Все очень просто. Вы поднимаете правую ногу и толкаете левую. Попробуйте сделать это еще раз. Поднять, толкнуть. И последний. Поднять, толкнуть. Но это не все. То же самое нам нужно проделать с левой ногой. Поднимаем левую, толкаем правую. Поднимаем правую, толкаем левую. Левая, правая. Правая. Нет. Это можно делать чуть быстрее. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Обязательно следите за тем, чтобы ваша стопа, которая опорная ноги, которая находится сзади, была полностью на полу. Ни в коем случае не поднимайте пятку. Это будет некрасиво. Но это нормально. Но если это вы делаете уже спустя какое-то время, когда вы научились, когда вы классные и тому подобное. Но пока вы этого не делаете. Следите за тем, чтобы стопа была полностью на полу. Еще один момент. Ни в коем случае не переносите вес тела вперед. Потому что это будет некрасиво. Позиция, да, как вы заметите, не очень красивая, потому что опорная нога должна находиться под вами, она не должна уходить дальше тела. Это, в принципе, тоже все решается, да, но путем того, когда вы уже привыкли делать это базовое движение. Давайте попробуем еще раз. Закрепим. Право поставить. Лево поставить. Право поставить. Лево поставить. И раз. И два. И раз. И два. Теперь я покажу вам это лицом, чтобы вы понимали, как расположены ваши стопы. Ни в коем случае не выкручивайте их никак, потому что это будет некрасиво. Поднять, поставить. Поднять, поставить. И раз, и два. 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 И раз, и два. Есть еще одно очень классное упражнение. Если у вас вес тела все равно переходит на переднюю ногу, классно, суперское упражнение, посмотрите. Вы поднимаете ногу и делаете все то же самое, но переднюю ногу вы не ставите на пол. Вы просто выкидываете ее вперед. Спрыгиваете, выкидываете. Тем самым вы понимаете, на какой ноге вы стоите, да, и ни в коем случае ошибки не будет. Поднимаете, выкидываете. Поднимаете, выкидываете. Если вы к этому привыкли, вы начинаете ногу немножко опускать ниже, до тех пор, пока она не будет касаться пола. Но ни в коем случае не ставьте вес тела на нее никогда, иначе будет некрасиво. Давайте я вам покажу это под музыку. Я надеюсь, этот урок был максимально полезен для тебя, и тебе будет проще прийти ко мне на занятия после изучения данного элемента.